До конца года в Москве потратят на ремонт дорог более 10,5 миллиардов рублей. Трассы ремонтируют с применением самых современных технологий. Исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин осматривал сегодня участок на 50-м километре МКАД. Ему показали новую дорожную разметку. Мы некоторое время тому назад приняли решение о создании новой технологии покрытия разметки в городе. Знаете, что около 3000 километров мы покрываем разметкой, делаем разметку. Это огромный объем работы. Существующая технология, она не очень совершенна. С учетом еще эксплуатации дорог, она едва продержится один сезон. Поэтому такая новая технология разработана. Первые эксперименты были проведены в прошлом году. В этом году больший объем, около 140 километров, сделано по новой технологии.